Жаркая погода в Запорожье продлится еще как минимум 10 дней. Об этом говорят представители гидрометцентра. Однако запорожцам стоит опасаться не только высокой температуры, но и магнитных бурь. На днях ученые зарегистрировали сильную вспышку на Солнце. Жара в Украине пока что не спадает. И в ближайшие недели ожидать, что столбик термометра опустится ниже 35 градусов, не стоит, говорят синоптики. Из-за антициклона и горячего ветра со степей Казахстана температура будет стабильно высокой. Такое влияние будет сохраняться до 10, по крайней мере, 15 августа. К сожалению, мы ожидаем высокие температуры и без осадков. В ближайшее время в Запорожье ожидается до плюс 40, по области до 42 градусов. При этом, по словам синоптиков, исторический минимум по температуре пока что не превышен. 1 августа, 2, 3, вот сейчас мы никак еще не добрались до абсолютного максимума. Однако жаркая погода – это не единственный неприятный сюрприз этого лета. По словам ученых, сейчас в Украине бушуют магнитные бури, вызванные сильной солнечной вспышкой, аналогов которой не было несколько лет. Амплитуда геомагнитных колебаний принята от 0 до 6. Вот сейчас буря, которая наблюдается у нас, имеет максимальный высший 6-значный уровень. Магнитные бури в первую очередь опасны для тех, кто страдает болезнями сердца. По словам медиков, около 70% инфарктов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь. Поэтому врачи и ученые просят запорожцев внимательно следить за своим здоровьем в ближайшие дни.